Приветствую, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами я, Супер. И это, два чувака писали в комментариях, как помыть хомячка. Вот, я его обычным способом в маленьком тазике мою. Во-первых, надо комнатной температуры, вода. Не горячая, не холодная, а такое среднее. Потом берем хомячка, ложим его, и он плавает, вот. Типа его джакузи так, плавает. Видите, он умеет плавать, то есть не тонет, и вот так. Стоит. Он даже спрыгнуть собирается, но нет, не дадим ему. Вот. И его надо тщательно помыть, чтобы не грязно. И особенно зимой его не мойте, потому что тогда холодно, очень холодно. Летом надо мыть, как сейчас. Вот. В зависимости от какого период вы смотрите это видео. Вот моем его хомячка. Мяк. Лицо, в принципе, не надо трогать. Самое главное, тело. Вот. Потом берем одеяло любое, которое вам не нужно, и можно хомячка поставить. Вот. И вот. Это одеяло хомячка. Как видите, он помылся. Вот. Потом он чистится, понятное дело. Вот. А потом, как он хорошенько очистится, вот видите, чистится. Потом его мы ложим в клетку, вот. Там я ему сделал новый домик, как видите, очень большой. Ладно, давайте его сразу положим, потому что, ну, здесь жарко. Вот, вот хомяк. Конечно, мокрый, но его так положим, и все. Чё, хомячок? Вот я ему только что, секунду назад, очистил клетку. И вон там, видите, свежую ткань положил. Обязательно после помывки и почистите его клетку, вот. И чтобы было чисто его именно полотенце, и оно чтобы было свежее. Вот. Ну ладно, давайте на этом прощаться. Такой был способ, легенький и быстрый, вот. С вами был я, Супер. Всем удачи, всем пока-пока. Не забудьте порекомендовать своим друзьям, у кого есть хомяк. Все.